1 ноября вышел мини-сериал из 4 эпизодов «Пансион». Это детективный триллер от режиссера «Пищеблока». По сюжету главная героиня в исполнении Стаси Милославской приезжает в женский пансион, чтобы разобраться в исчезновении своей сестры. Там происходят самые разные мистические и жуткие события. Одна за другой девушки сходят с ума. Удастся ли ей сохранить рассудок и выполнить ту задачу, которая перед ней стоит?